Импульс Севера продолжает обзор событий дня. В студии Павел Прожогин. Здравствуйте. Сегодня город накрыл первый за это лето проливной дождь. Такое обилие осадков кого-то порадовало. Хороший дождик – явная примета того, что скоро начнется сезон грибов. А кого-то огорчило. Чтобы преодолеть некоторые участки пути, вместо легких туфелек и босоножек горожанам пришлось надевать резиновые сапоги. Дорожники с утра приступили к откачке воды на самых проблемных участках. В первой половине дня вакуумные машины можно было увидеть в северной части города, во второй – на южке. После обеда на помощь людям пришло солнце. Завтра синоптики тоже обещают солнечную погоду и без осадков. К другим темам. Строить или реконструировать судьбу Центра культуры и досуга «Магистраль» будут обсуждать с жителями отдаленного района. Об этом исполняющий обязанности главы города рассказал в ходе поездки в Лембяяху. Вместе с заместителями Антон Колодин осмотрел эпицентр культурной и спортивной жизни района. Здание старое и требует к себе пристального внимания. Подробнее об этом расскажу в сюжете. Магистраль – эпицентр культурной и спортивной жизни района Лембияха. На небольшой площади есть тренажерный, концертный зал и помещение для репетиций. На сцене магистрали выступали местные артисты и столичные гости. В зале для игровых видов занимаются взрослые и дети. В общем, занятия на любой вкус. Но есть проблема – состояние Центра культуры и досуга. Цель визита Антона Колодина – познакомиться с учреждением и понять, как ему можно помочь. Здание устарело морально и физически. Только поддерживающая терапия в виде постоянного ремонта тут не обойдется. Варианты кардинальных решений уже звучали. Мы предлагали поставить модульное здание, которое будет совмещать в себе и спортзал, и концертную часть. Талантливый коллектив единомышленников и при переезде удастся сохранить. А вот как быть с уникальными обитателями здания? Тут расположился целый зимний сад. Даже в суровые морозы он радует жителей района атмосферой лета. Уникальная среда, если это потом в перспективе переносить половину поколений. Задача ответственным специалистам – провести дополнительное обследование здания, более углубленное. Сейчас нужно понимать, возможно ли восстановить Центр культуры и досуга и во сколько это обойдется, либо выбирать другие варианты. Сопоставить, взвесить, что нам лучше – быстровозводимое здание, строить компактное, многофункциональное, чтобы как раз и спорт, и культура, и общий зал был вспомогательное помещение, или все-таки есть возможность сохранить. Есть сегодня пожелания жителей. Прекрасный зимний сад, был очень удивлен, когда первый вопрос, это живое дерево, которое там 4 метра высотой, да, живое, конечно, очень красивое пространство. Решение о судьбе Центра культуры и досуга обязательно обсудят с жителями района, но в любом случае изюминку Лембияхи необходимо сохранить, отметил исполняющий обязанности главы города. Павел Прожогин, Николай Александров, информационное агентство «Импульс Севера». Ливень преподнес немало сюрпризов. Сегодня жильцы двух многоэтажек застали лужи не только на улице, но и в собственных подъездах. В телеграм-каналах писали про потоп в Советском 4.4, а к нам в редакцию обратились жители дома 7.1 в Мирном, где дождь оставил напоминание о себе сразу на трех этажах. Туда направилась наша съемочная группа. Дождь – это здорово, особенно когда в такую погоду есть возможность остаться дома, укутавшись в плед. Правда, даже нахождение в квартире не гарантия, что вы не намокнете. Так случилось сегодня в Новом Уренгое сразу в нескольких домах. Расскажите, что произошло у вас. Ну, я собирался на работу и, выходя в коридоре, выключил свет. Но когда я его выключил, у меня две лампочки еще начали гореть, также остались гореть. И обои были мокрыми, и возле выключателя тоже. Но я вышел в подъезд, смотрю, тут все в потопе. И щиток тоже весь мокрый, все в воде. Ну, такая ситуация сейчас в квартире. Сейчас немножко ничего не видно, все вроде повысыхало, но здесь отошли, обои играют, вот. И тут все отклеилось, и все было мокрое вот до сюда, и выключатель. Ну, просто было, наверное, опасно его трогать, но ничего не... Ну, а что мне пришлось? Пришлось выключатель и щиток. Вы живете в Мирном 7.1, 9 этаж. Да. Еще какие-то этажи затопило? Ну, я слышал, что сосед 7 этажа жаловался, и на 8 этаже тоже вот такие потеки у них там есть внизу. Мы живем на 7 этаже, и утром сегодня проснулись и увидели, что течет. Пошли на 9, и там вообще потоп сильный. Ну, позвонили мастерам, сказали, электрика пришлем, выключим свет. Вот до сих пор света у нас нет. Когда оно все высохнет, чтобы включили свет нам. Когда идет ливень и все течет, мастеров нет. Но когда он проходит, мастера поднимаются, я просто поднимался вместе с ними. И очень трудно найти причину,
протекание, ну, ее просто не видно, где течет вода. Но они взяли ливневку, стянули старые соответствия, сняли покрытие. Оно для чистки там. Они сняли и перетянули новое. И как часто такая проблема у вас возникает? Только когда сильный дождь, ливень, тогда всегда течет. И один раз начали греть обои, потому что вот эта проводка внутри старого звонка, из-за того, что намокание, она начала тлеть и немножко даже обои прожгло. Мы уже обратились в управляющую компанию за комментарием. Будем ждать ответа вместе с вами и расскажем обо всем в следующем информационном выпуске. Милана Федорова, Даниил Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера». Несколько недель в городском сообществе в Телеграм обсуждалась проблема текущего мусоровоза. За машиной, которая собирала отходы в северной части, оставался мокрый след. К тому же пахло от него вовсе не розами. Активнее всего возмущались по этому поводу жители микрорайона Советский, но жалобы в чат прилетали и из других микрорайонов Мирного и Юбилейного. После таких обращений региональный оператор направил перевозчику ТКО уведомление о проблеме. Машину сняли с маршрута для устранения протечки. Для этого мусоровоз пришлось переоборудовать, а все потому, что в баки для сбора ТКО попадает жидкость, которая не должно быть там вовсе. Вот такие подробности мы узнали у регоператора. В конструкции этой модели мусоровоза не предусмотрен отдельный отсек для сбора жидкости. Сотрудники предприятия-перевозчика, компании «Люминофор», самостоятельно смонтировали накопители. На покупку и доставку материалов, установку потребовалось время. Поэтому в качестве промежуточного решения были скорректированы маршруты мусоровозов таким образом, чтобы отсутствие машины на линии не сказалось на своевременности вывоза твердых коммунальных отходов. На данный момент мусоровоз снова на маршруте. Отсек для сбора жидкостей смонтирован. Региональный оператор «Ямал-экология» просит новоуренгойцев для оперативного решения проблем с вывозом бытового мусора обращаться напрямую. Через сайт компании «Ямал-эко.ру» и официальные сообщества в социальных сетях «Рекопер ТКО Янау», ВКонтакте и Телеграм. Следующую проблему решить намного сложнее, хотя она и не требует инженерных познаний. Речь о мошенниках. Они постоянно зарятся на наши кровно заработанные. Многие годами откладывают деньги на стабильное завтра, а теряют все за пару минут. Просто отдают деньги аферистам. Либо предоставляют доступ к счетам. Впрочем, тут нет никакой разницы. В обоих случаях люди лишаются сбережений и даже отдают кредитные средства. Чтобы этого не произошло, запомните типовые схемы преступников и не будьте легковерными. 10 миллионов за минуту. Нет, не заработать, а потерять. Это одна из самых крупных сумм, которую единовременно перевел новоуренгойц мошенникам в интернете. Всего с начала года в ОМВД возбудили около 300 подобных уголовных дел. Сообщений о мошенничестве поступило в два раза больше. Самая распространенная схема – это когда пишут сотрудникам в мессенджерах, в Telegram, в WhatsApp, якобы их руководители, делается дубликат страницы, либо страница руководителя взламывается. И пишут сотруднику о том, что сейчас интересуются сотрудники ФСБ, прокуратуры, там, Центрального банка и так далее, что вопрос срочный, нужно оказать содействие. А дальше все по классике. На вас якобы оформляются кредиты, вам надо пойти в банк, взять займы и перевести их на якобы безопасные счета, сообщить данные своей банковской карты, а потом наблюдать за тем, как исчезают все ваши накопления. Раскрывается именно мошенничество порядка 15%. Сложность заключается в том, что мошенничество совершается, как правило, за пределами Янао, и по каждому мошенничеству необходимо выезжать в служебную командировку. Это также затратно по людским ресурсам, это затратно материально. Основной проблемой является то, что мошенники используют подменные номера. Как правило, этот номер уже отследить практически невозможно. В большинстве случаев преступники находятся даже за пределами страны. Тогда шанс вернуть деньги сводится к нулю. Но надежда есть, если средства поступили на счет отечественного банка, например, через посредника. Так, прокуратуре Нового Уренгоя недавно удалось выйти на след злоумышленников. Прокуратура города в порядке статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в интересах потерпевшего было направлено исковое заявление о взыскании с владельца банковского счета денежных средств в виде неосновательного обогащения. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Я вам ничего не сообщу.
Запомните раз и навсегда, сотрудники правоохранительных органов никогда не спросят данные ваших банковских карт, не потребуют сообщить коды или пароли от госуслуг. Ничего не случится, пока вы сами не начнете выполнять действия мошенников и не передадите им полную власть над вашими финансами. Милана Федорова, Даниил Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера». Надеемся, что мошенникам не удалось никому испортить отпуск. Какая-то часть северян уже возвращается домой, отдохнув, кто-то только пакует чемоданы. А губернатор Ямала проводит отпуск очень активно. Дмитрий Артюхов принял участие в открытии нового Херсонеса в Севастополе. Глава региона стал одним из первых гостей комплекса. Историко-археологический парк включает в себя три музея. Они посвящены христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. Сердцем древнего города является Свято-Владимирский собор. Его история начинается в XIX веке, в годы Великой Отечественной. Он был разрушен, пережил неудачную реставрацию в 90-е и теперь, после масштабного обновления, открывает двери для прихожан и туристов. Именно здесь в 988 году принял крещение святой князь Владимир, а после крестил жителей Руси. Комплекс создан в кратчайшие сроки по инициативе президента России Владимира Путина и по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. А на его создание потребовалось всего 1 год и 8 месяцев. Меньше 3 недель осталось до культурного события международного масштаба. В нашем городе пройдет выставка-конкурс косторезного искусства «Душа Севера». С 15 по 18 августа город станет творческой площадкой для мастеров из разных регионов России и других стран мира. Оценивать их работы будут эксперты, среди которых именитые мастера косторезного искусства, члены Российского союза художников и выдающиеся кураторы международных проектов в сфере искусства и России, и Китая. Один из членов жюри, Хао Шоумин, передает теплый привет участникам конкурса. Здравствуйте, уважаемые друзья! Я Хао Шоумин, художник из Китая. Приветствую участников фестиваля «Душа Севера». Желаю всем творческих успехов! 大家好, 我是来自中国河北师范大学美术与设计学院的郝树明。 感谢俄罗斯亚美尔涅涅茨自治区文化部， 感谢新乌连戈伊市政府文化部。 在这里衷心的祝愿 2024年 北方之魂国际古雕艺术展 展览成功。 И еще про искусство. В детстве в песочнице лепили куличи. Некоторые ямальцы пошли дальше и попробовали вылепить из песка настоящие скульптуры. Фестиваль «Сказочный мир» на песчаных берегах прошел в Тазовском. Темой стали сказки, русские народные и Пушкина. Соревновались 9 команд, и в них не было ни одного профессионала. И что же в итоге получилось? Смотрите и вдохновляйтесь, чего-чего песка хватает по нашим берегам и в нашем городе. И к этому часу у меня все. Смотрите «Импульс Севера», будьте в курсе событий. Увидимся.